Сегодня на разных уровнях подготовки у нас обучается 55 граждан Ирана в университете нашем. Недавно назначенный в качестве официального представителя Исламской Республики Иран господин Икбали Зарч прибыл в Казанский университет для знакомства с ректором Ильшатом Гафуровым. Господин Икбали Зарч прибыл в Казань 4 месяца назад и до встречи с ректором успел ознакомиться с инфраструктурой вуза. За прошедшие годы КФУ и различные организации Исламской Республики Иран подписали 9 соглашений и меморандумов, давших начало множеству совместных проектов. Чтобы бизнес-структуры России, Татарстана и Ирана начали понимать друг друга и начали инвестировать друг в друга, нужно, чтобы с молодых лет люди начали лучше узнавать наши страны. Восточных партнеров прежде всего интересуют три направления – инженерные науки, нефтяные технологии и медицина. К слову, для всех из них Казанскому университету есть свои предложения. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.